Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то у нас починили баги, и сегодня мы опять потестируем зефирку на угольной армии. Я хочу там потестить, посмотреть, как она себя покажет. Сборочку мы будем использовать вот такую. Вот здесь будет у нас крит, плюс поставим воодушевление, то есть у нас она будет обалденно дамажить, в принципе, как я. Так, что-то я не то поставил. Так. Да, блин, запарили уже. С воодушкой на фарм-локациях она будет нереально крутая. Давайте посмотрим, что там у меня вообще стоит. По героям. По-моему, я ничего не менял с прошлого раза, да. Смотрим. Так, Седна. Космо. Что у меня здесь космо? А, ну просто взяла, походу. С расколом. А, ну без. Блин, а нафига я сюда космо брал? Я уже даже не помню. Для чего он нам здесь? Давайте попробуем немножко других героев. Ну, попробуем свыше 600 набить. Для этого нам нужен будет стрелок. Блин, стрелка попробую еще найди. Так, вот такая вот зефирка у нас будет. Тыковка, исцеление, воодушевление. Рона пока оставим, огник. В принципе, как вариант, пусть будет. Анубис. Седна. Вместо Седны поставить стрелка, что ли. Так, вот такой вот стрелок у нас будет. Зефирка. Сейчас на Анубиса поставим воодушевление и на Хрона. Так, поехали. Где там наш Анубис? Ставим 9-е воодушевление. Так, тут у нас все нормально. Да, панчбокса поставим. Тоже воодушевление. 9-е максимальное. Так, есть. Есть стрелок, хорош. Можно было бы, в принципе, ведьму взять сюда. Так, на огника надо поставить тоже. Попробуем такой вариант. Ну, в принципе, тут без разницы, что так поставим зеленый. В принципе, все. Все герои у нас собраны. Поехали. Посмотрим, что у нас получится. Тест номер один. То есть у нас получается бафает Хрон на атаку, на скорость атаки, тыковка вблизи, Анубис автопрокер, зефирка автопрокер. Нам этого, в принципе, хватает. Тут, я думаю, одной зефирки хватает. Как видите, они даже не добегают пока до башен. Отхила у нас тоже хватает на героях, так как они максимального прорыва, максимальные прокачки. В
Плюс священный суд стоит, то есть их не так просто убить. Ну, на максимум вам показывал 30-е прорывы, им пофиг. Вот 673. Причем без всяких заморочек 673. Ну понятно, мы тут в топ не попадем. Но в топ 100, думаю, залетим. Или нет? Нет, не залетим даже в топ 100. То есть это нормальный урон. Хотелось бы, конечно, чтобы они эту локацию как-то поменяли уже. То есть маловато этого. Поехали. Теперь давайте сделаем тест. Посмотрим, докуда сможет Зефирка дойти соло. Для этого нам надо вот такая вот сборочка. Плюс попробуем вот так сделать. Так, а что у меня тут? Поставим панчбокса. Вот ради интереса, вот такая вот сборка у нас будет. Мы сейчас посмотрим соло, что может она сделать. Я тогда хотел потестить, но, к сожалению, сейчас я поубираю всех с таблеток, чтобы они нам не мешали. Понятно, без тыквы нам тут ничего не светит топового, но хотя бы посмотреть, сможет ли продержаться до последней волны. Но у меня нет уже воодушевления, то есть это тоже надо учитывать, но зато у меня будет топовый отхил, плюс она уходит в инвиз. Ну, до волны 10 сейчас дойдем, там дальше будет поинтересней. Ну, урона, блин, я вам скажу, прилично. Вот теперь можно смотреть. Посмотрите, 279к, практически 300к урона вылетает критом, и этого нам вполне хватает. Единственное, мы не быстро не успеваем убивать, конечно, всех. Но интересно, или продержится все волны. Самое интересное, что герой уходит в инвиз. То есть у нас будет возможность дальше шатать. Так, атланты жирные пошли. Сейчас, блин, если атланты включатся, нам будет... Она, наверное. Пока не включились. 13-я волна, душики. Ну, блин, круто, герой бьет, конечно. Обалденно. Кто там писал, что герой фигня, я вам скажу, герой просто обалденнейший. Пятнадцатая волна, давайте возьмем ускорение. Мне хочется просто пропустить момент, когда героя сольют. И как он сольется, ну пока. Пока, как видите, без вариантов у них. Сейчас вблизи еще панчбокс будет выдавать урон, отлично. 18-я волна, их все больше и больше. Но пока посмотрите на вот это. Ну просто пофиг. 18-я волна. Можно отдельно оставлять одного. Конечно, мы не убьем всех демонов, это понятно. У нас не будет топовый урон. Но посмотрите на вот это вот. Герою просто пофиг. 20-я волна, ребят. Пум-пум-пум. Я вам показывал розу, которая тоже реально круто смотрится на угольной, но это просто нечто.
Супер. И что вы на это скажете после всего? 21-я волна, посмотрите, сколько героев его дамажит. Просто пофиг. Один герой. 22-я волна, соло. Уже сколько там демонов, уже тыква разогналась. Ну, убьете или нет? Вообще пофиг, посмотрите, что делает Зефирка. Уже посмотрите, какое ускорение там. 23-я волна, ребят. Пофиг. Просто тупо пофиг. Жесть. 24-я. Вот поэтому этот герой реально один из самых топовых. Это просто жесть. Какое ускорение, они нифига ему не могут сделать. 25-я волна. Жесть. Обалдеть. Вот это да. Вот так вот. Вот вам и Зефирка. Да, мы набили 410 миллионов, но 25 волн, один герой. Вот такая вот сборка просто налегке выстояла. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.